пожалуйста, сейчас я нахожусь в ресторане Кунды Беби. Это в самом центре Лиссабона, рядом с площадью Росио. Есть такая улочка, на которой находится очень много рыбных ресторанов. И сейчас я нахожусь... Сейчас нам уже принесли стартеры, нас вот так запекли. Сейчас я покажу. Начинается у нас супа, какой-то овощной суп, хлебушек и какой-то салатик. Не знаю, что это за салат, с чем он. Ну вот, с этого мы и начнем. Так, мы только что поели стартер, супчик был такой вкусненький. Правда, больше был как крем, кремовый такой. Но немножко был не сильно горячий. Сейчас. Можно было попросить, чтобы горячее сделать, но не знаю. Хочу немного показать интерьер. Ресторан. Здесь у нас вот оно такое небольшое. Маленькое. Ну там есть, конечно, на улице, но на улице пока вот прохладненько для улицы. Есть у них столики. Мы сейчас как раз завлекают очередных посетителей. Так, мне вот принесли мое второе. Это что-то такое португальское, мне сказали. Здесь рыба с картошкой смешана, с какими-то овощами. Предложили еще рис, но я отказалась, потому что, кажется, на вид очень много. Ну, а у моего мужа обычное мясо. Ну что, сейчас попробуем, насколько это вкусно. Было интересное блюдо. Была картошка. Что-то наподобие копченые котлетки и сосиски. Было вкусно. Но после вина немного мне помогло в сон. Но не пью, не нужно мне пить. Я решила заказать капучино. Мой капучино. Что я люблю в капучино, это... Вот это больше всего я люблю. Крем. Нет, десерт я не стала брать, только вот капучино с кремом. Ну так. Так, это вот ресторан, в котором мы были. For me, baby. Sorry. А это вот улица, на которой он находится. Это вот та самая улица, на которой находится много таких ресторанчиков. Bye. Вот она такая улочка. Здесь много разных ресторанчиков. Предлагают еду на любой вкус. Ну, португальская еда, рыбы. Oh, no, thank you. Всем пока, спокойной ночи. А мы пошли дальше гулять по ночному Лиссабону. После того, как покушали, нужно немножко протрясти, чтобы шрок не отложился. Пока. Спасибо за то, что смотрели.